Всем доброе утро, 7:30 утра, сегодня у меня бутерброды с кетчупом и филе куриным, которое я вчера вечером запек в фольге, и чай, полчашечки черно-зеленого чая. Смотрите, ребята, у меня в телефоне расчет на втором канале «Похудеть навсегда», у меня будет выложен расчет этого завтрака полностью, как скачать на телефон себе программу, как установить, как пользоваться, чтобы вам было понятно, у кого нету компьютера. Вот, получилось это 234 килокалории, белков 22, жиров 1,7, углеводов 3,1. Все в норме, калорийность 234 калории, отличный завтрак. Если хотите больше жиров, можно было вместо кетчупа маслом помазать, углеводов в нем бы не добавилось, добавилось масло, стало бы еще идеальным. Но мне что-то захотелось кетчупа. Все, ребята, смотрим, переходим на второй канал и подписываться не забываем. Смотрим, считаем, учимся, готовим, кушаем вкусно. Девять сорок пять. Сегодня у меня пирог мой любимый, творожно-морковный, который я делаю сам. Он низкокалорийный. Тут кусок у меня на 110 грамм плюс сметана. Можно было, вы помните, я рассчитывал его и 150 грамм кушать и так далее. Ну вот отрезался на 110. Поэтому не буду перерезать. Вот такой он у меня сегодня. Получился красивенький, вкусненький. Чашечка черного кофе натурального. Тут пол ложечки сахара добавлено. Ну, люблю я кофе вот с сахаром. Сахарозаменители я не использую. Такой вкусный и полезный перекус. А полезный, потому что делал я его сам. Я знаю, сколько тут сахара, я знаю, сколько тут творога, я знаю, сколько тут морковки и больше ничего. Кукурузная мука еще и яички. Все. Приятного всем аппетита. 13:50 мой обед. Смотрите, ребята, вот в этот раз не столбиком, а насыпал в тарелку свой винегрет, чтобы вы видели, вот тут вот 300 грамм, 310 я взвесил, укропчик и 5 тоненьких кусочков сала, тонюсеньких. Это надо тоже немного жира на восстановление после болезни, поэтому, ну, и для легких, я знаю, полезно. Ну и вообще, немного хорошего сала, это качественный продукт, и вашему похудению оно никак не помешает. Так обычно я раньше наяривал с хлебом, но сейчас я уже отвык от хлеба, вы сами видели. Хлеб у меня встречается в виде лаваша, чаще всего, и на завтраке на бутерброды. А так вот обеды я уже кушаю без хлеба. Вместо хлеба вот с салатиком картошечка, фасолечка, свеколочка. Рецепт есть у меня на втором канале. Кому надо, идите смотрите. Там вместе с расчетами, что это всего 250 килокалорий. Ну, плюс сало. Пускай вот это 300-320 килокалорий. Все вместе. Это вкусно, это полезно. И, ребят, это очень просто. Худеть это вкусно. Приятного всем аппетита. 17:55. Сегодня у меня волшебный ужин. Ужин у меня из расчетного меню. Кто не знает, на втором канале я выкладываю, как рассчитать себе ужин, завтрак, обед. Учу вас прямо с самых азов, чтобы вам легко было это делать на компьютере. И вот эта вот порция, этот казаночек, ребят, это 350 килокалорий. Всем возможно его съесть. Посмотрите мои расчеты. По белкам вообще шикарно. Углеводы в норме. Жиры отлично. Тудун. А, запах. Чесночок. Тут у нас морковочка, картошка, лук, сельдерей, курочка, филе, немножечко чесночка, укропчик, йогурт мой натуральный.
Ребят, это очень вкусно. Готовится оно 40 минут. Но, видать, я или немного газ меньше сделал, или что. Ну, получилось, я попробовал в 40 минут. Еще было чуть-чуть морковочка такая, немного альдента, сыровато. Поэтому я подержал 50 минут, а потом выключил духовку, и оно еще 10 минут. Короче, час времени оно у меня запекалось, и оно полностью готово. Посмотрите, как оно выглядит. Вот. Все рассыпчатое, но не каша. Видите, все тверденькое, все самый раз. Я пробовал уже. Это, ребят, это божественно. Рекомендую приготовить всем для похудения. Приятного всем аппетита, хорошего настроения. 21:00, мой вечерний перекус. Сегодня у меня яблочко Golden. Ой, извините. Небольшое Golden яблочко. И йогурт мой натуральный. Ложка стоит и не падает, видите, гуще, чем сметана. Делайте йогурт сами, ребят. Рецепт есть на моем втором канале. По ссылке внизу, похудеть навсегда. Кто не знает, там есть как делать и кефир, и йогурт. Все это легко и полезно. Приятного всем аппетита. Спокойной ночи и удачного похудения. Ищите нас на YouTube под хэштегом Жирука5. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.